Завтра с утренней зари открывается сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь. Продлится он до 20 мая. Открыта охота на селезня с подсадной, на гуся на перелетах, на вальдшнепа, на тетерева и на глухаря. Значит, норма добычи у нас определена распоряжением губернатора. 3 селезня за день охоты, значит, 2 гуся за день охоты и 2 вальдшнепа. И 1 глухарь за сезон на охотника и 2 тетерева за сезон на одного охотника. Уже сегодня 6 специализированных групп отправились контролировать лесные угодья Сургутского района. Егери и полицейские будут проверять число трофеев у охотников и наличие лицензии, а также следить за тем, чтобы отстрел дичи шел в строго отведенных местах. Нарушителям закона грозит штраф до 2000 рублей, а в случае рецидива – лишение права пользоваться оружием и уголовная ответственность. Арендованные угодья вдоль поймы реки Обь. И, значит, общедоступные угодья у нас для департамента охотнадзора. Значит, это общедоступные угодья. Также можно охотиться на территориях традиционного природопользования по договоренности с коренным населением.